кто ж? Это просто сказки. В съемках российской кинокартины «Сердце Пармы» приняли участие артисты Государственного цирка Бурятии. Почти все снялись в эпизодических ролях в так называемой массовке. А народному артисту колоритному Буинто Циренову досталась особая роль. По сценарию он был верным воином главного героя картины. Очень долго ждали, гадали, говорит, сколько нас покажут, не покажут. Ну, насколько я знаю, фильм снимали. Как говорили, то, что будет сериал еще. Вот в сериале, наверное, нас будут показывать больше. С особым трепетом и восхищением вспоминают съемочные дни артисты цирка Бурятии. «Сердце Пармы» – фильм в жанре исторической драмы, экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Съемки проходили в 19 и 20 годах. Актеров тщательно подбирали по всей стране. Там нужны были мощные ребята с хорошей физической подготовкой, с навыками джигитовки. Нужны были и азиатские лица, и европейские лица. И здорово, что сыграла главную роль актриса русского драматического театра. В «Сердце Пармы» сталкиваются религия и верование, а вместе с ними герои и призраки, князья и шаманы. Спасет ли этот мир любовь – один из главных вопросов киноленты. Погрузиться в самое сердце древней Пармы широкая публика может уже в эти дни во всех кинотеатрах страны. Мария Латышева, Бато Гармын, «Новости дня».